мы закончили на этом, если не ошибаюсь. Да? Добрый вечер. Да, Юрий, приветствую еще раз. Вчерашний вопрос. Блокировка активов страны, банков, частных лиц. Много говорят о незаконности этого. А что с юридической точки зрения? Смотрите, во-первых, давайте что-то с блокировкой разберемся. Один наш общий знакомый, которого вы прекрасно знаете, Роман Бевзенко, специально разбирался в этих санкционных мерах. То есть речь идет о том, он же цивилист. Кстати, я тоже цивилист. Поэтому для меня слово блокировка непонятно. Начнем с этого. Речь идет, что может быть? Экспроприация. Да? То есть хапнули в пользу государства. Или в частности, что экспроприация? Грабеж, по большому счету. Этого не произошло. Все деньги на счетах частных, физических, юридических, государственных наших лиц и так далее и тому подобное. Все они там. Все эти счета, активы и прочее, прочее, просто так называемые заморозили, freeze. Заморозили. Им пользоваться нельзя. Вот то же самое, поясню на примере. Буквально года два назад или полтора была практика какая. Кто-то вам перечислил 300 рублей, а по закону о террористической деятельности вдруг эти деньги пойдут на изготовление бомбы. И тут же Сбербанк или Тинькофф ваш счет блокировал. Вот это не блокировка с точки зрения гражданского права. Просто freeze на английском языке, понимаете? То есть вы не можете пользоваться. Не можете. Сейчас, одну секунду. Вы не можете пользоваться. Вот и все. Они все там. Закончится специальная операция, их разморозят. Вот что значит блокировка. Вот и все. Но говорят о законности. Это все законно, почему нет? Все законно. Все делается на основании закона. У нас, например, счета блокировали, да, тоже на основании закона. Это не просто какая-то прихоть. У них там тоже какое-то законодательство существует. И как раз Роман Бевзенко в этом разбирался. Потому что он смотрел законодательство, санкционное законодательство. Или там оно ЕС, или еще что-то. Я сейчас в этом деле не хочу вникать. Так что все законно. Да, продолжение. Что если кто-то из пострадавших обратится в европейские... Нет, это не обратится никуда, никаких там этих вещей не будет. Единственное, что, кстати, вот это, как вы называете, блокировка, да, ну, по-русски, упрощенно, блокировка счетов, она ведь не только сейчас произошла. Блокировали счета частных лиц в Лондоне, насколько я знаю, еще года полтора-два, то есть тогда, когда начались санкции. Но, как всегда, да, в законе о блокировке счетов, предположим, существуют определенные признаки, критерии отнесения тех или иных лиц к определенной категории счета, которые должны быть заблокированы или могут быть заблокированы таким-то актом и такого-то государственного органа. И в Англии появились специалисты по санкциям. Например, боролись за деньги Абрамовича, за деньги еще кого-то. Тоже заморозили все, оборолись. Доказывают то-то, то-то, какие-то счета разморозили, какие-то не разморозили. То есть Европейский суд, тем более, никто отвечает. Вы имеете в Европейский суд по правам человека, это бесполезно. Американский суд тоже никто не будет. Вот. Но в смысле никто не будет. Кто-то, конечно, будет. Но я могу только одно сказать, что от этого будут только юристы счастливы, потому что много заработают на этом. Может быть, кого-то освободят, может, кого-то не освободят. Ну, закон и политика – это очень близкие вещи. Это уже юридическая основа или найдут. Уже она есть, юридическая основа. Еще раз повторяю, хочу повторить ваше внимание. Частная собственность кого-либо является священной коровой общего права английского, американского там, и так далее, европейских стран. Это священная корова. Священная корова. Поэтому любые наложения лапы на какие-либо ресурсы, активы и прочее осуществляется только на основании закона. Так что тут все нормально.